Кто ли голый? О, уже розетки. Фу. А этот вы потом будете делать, да, вот эту штуку? Она новая будет? Новая, да? Ага. Это уже завтра, наверное? Че сегодня? А, понедельник. Так, а тут? Это тут можно шпаклевать. О, это же хорошо. А вот это получается для вот этих, которые тут будут, да, вот этот блок. А, ну тогда можно шпаклевать, да, уже. И стену зашивать, и шпаклевать. Все, то есть вот это все, а вот то тоже можно зашпаклевать. А там провод внутри, да, то? Ага. А где он будет включаться? Сейчас я не пойму. Он сейчас работает, да? Или нет? Сейчас он не работает, получается. Не, ну сейчас же робота куда воткнуть. Ну, сейчас можем развернуть, а тут оно и есть, это гнездо чешу. А, то есть вот это оно и есть. А, то есть оно как было, так и осталось, просто в другом месте, я понял. Это уже пылюля глаз, наверное, я так понял, тут было уже пыльно. Как у вас вот надежно это все делается. То мне до этого делали тоже, вон там вот потолок вы видели, да, что оно дохленький там, такие провода. Да. А это, я так понял, для кондиционера, это он будет, да, вот там, да, это, ага. Да. Это он специально не закрытый, чтобы для кондиционера. Ну, там, когда будет. Он подсоединит просто, да, кондиционер туда. Трубу прятать, стену. Ага. Так, это уже можно, чтобы он пришел, прятал трубу завтра, да, допустим, там. Не, он не будет. Пока, он уже сказал, пока Сережа не отобьет уровень потолка. Ага. Он где-то его прятать пока не будет. Ага. Всем доброе утро. Я сейчас вам хочу показать, что сделали электрики в квартире. Вот. Потому что вечером снять не получалось, нет света в квартире, здесь вот в этой части, в комнате, в коридоре нет света, есть свет только в ванной и на кухне. Значит, добавили вот здесь три лампочки, которые будут в самой гардеробной, вот три штуки. Вот один, второй, третий. Потом сделали вывод вот сюда, вот здесь 4 или 5 розеток. С интернетом, с роутером подключаться будут в этой части, вот здесь включатели или выключатели, как они называются. Вот это я показывал, тут кабель для телевизора, они его проведут отсюда и аж в ящик, вот тут в коридор. И смотают провод, и когда я захочу подключить телевидение, просто оттуда уже подключу в раздатчик кабельного телевидения, ну, который есть в подъезде в доме. То есть он будет проведен, и когда я захочу, я вызову специалистов, они подключат уже в коридоре. Если я не захочу, то я не буду подключать, просто будет вывод для этой антенны. Вот здесь сделали розетки для аквариума. То есть тут три розетки мне надо, и розетки, и они будут все. Это провод для... Вот он в стену так монтирован. Это провод для светодиодной ленты, который будет паяться там провода, и блок питания от этой ленты будет спрятан в ящиках, которые будут в мебели. Вот здесь вот он ложится, вкладывается туда, и к нему проведен сюда включатель. То есть, вот здесь будут два включателя на 4, два двойных, в общем, 4 включателя. Каждый включатель из половинки. Двойных включателя, которые будут включать по очереди вот этот цвет, который сделан. Сейчас я вам покажу на другую камеру, как это выглядит. Вот это будет включаться. Один будет включать одну линию, вторую, потом параллельно будет включаться свет, а потом будет включаться светодиодка четвертая. Можно сразу все 4 включить. Можно каждый по отдельности. Отдельно светодиодку, отдельно одну линию включать или вторую. Над шкафом вот здесь, то есть над гардеробной, в самой гардеробной. Очень грамотно сделали, это провели, значит, до включателя в гардеробную. Вот, все сделали. Мне очень нравится, как они работают. Вот так вот компактно все. То есть все очень хорошо и четко сделано. В плане электрики.
Вот батарею я уже показывал. Вот здесь отрезали. И потом будут тут же шпаклевать. Но я думал, что можно начать шпаклевать. Но я с Серегой поговорил. Мне говорит, Сэмвел, нет, не надо шпаклевать. Потому что тут еще придет, сегодня должен прийти мужчина, который будет потолок делать. Он точно даст линию, где будет находиться натяжной потолок. Потом только мастер по кондиционеру утопит вот эту вот трассу, называемую вот эту вот штуку. Шнур для кондиционера вот висит отдельно. Он его подключит просто в сам кондиционер, и кондиционер будет включаться с пульта. Вот, то есть не будет какой-то розетки туда, вилки, ничего не будет. Будет монтировано туда. Вот, дальше эта вот коробка будет раздаточная, или как сказать, все провода, видите, соединяются, там куча-куча разных проводов. Вот, они все аккуратно это, видите, замазали гипсом, убрали вот эти временные. Стояли такие зажимчики, которые держали эти провода. Здесь то же самое они сделали, там уже везде провода идут. В общем, все сделано качественно. Мне очень нравится, как они делали. Убрали люстру. Люстра у меня вот там стоит, она все выбрасывает. Вот. Это вещи переодеваться, строители. Вот сами убрали, подмели. Ну, не так, знаете, чтобы идеально вымыли, как, но убрали весь мусор, и было много его. Молодцы, в этом плане работают хорошо, качественно. Подключили мне интернет уже сюда. Вот. Теперь в коридоре сейчас я включу вспышку, покажу. Здесь эти розетки у меня остаются. Выход на кухню и в ванну. Это у меня остается, они трогать это не будут, приносить это тоже не будут. Ну вот здесь сделали включатель. По-моему, одна розетка будет у меня в шкафу, где вот будет одна половинка шкафа, а тут будет сидушка, да, которая, я говорил, вот они для сидушки уже сделали, там будет розетка находиться, если мало ли что-то включить, да, надо будет или телефон на зарядку поставить, или это. Вот, вот это старая розетка, но там новая проводка в этой розетке. Вот я не знаю, они ее уберут или оставят. Ну, скорее всего, уберется, она ее не будет. Это старая проводка, они там подизолируют, где надо. Менять ее тоже не будет, но она новая. То есть это новая проводка, которая идет уже сюда. Раньше вошла в новые вот эти вот штекера, тумблера. Здесь они уже повесили штуку от видеонаблюдения. Это они будут доделывать. Потом ну, здесь пробили для одной розетки и для двух выключателей. Выключатель будет проходящий. То есть ты включаешь тут свет, допустим. Тут же будет выключатель на светодиодку, которая будет находиться вот на этой стене. Тут будут полочки, каркас. И тут уже будет находиться светодиодка. Они это еще не сделали. Вот. Тут, допустим, в коридоре будет, как ты включаешь свет, проходишь по комнате, и вот у тебя еще один выключатель. Ты тут выключил. То есть этот свет можно выключить здесь. Также ты, допустим, вышел из комнаты, включил свет, допустим, вечером. У тебя свет загорелся в коридоре. И ты вот там выключил. То есть такой вот механизм. Вот, ну вот они что-то провели уже, какую-то трубку сюда. Это будет счетчик, они будут разбивать стену. Она глубокая, эта стена. Будет новый вот этот счетчик, новые тумблера будут. Это все утопится, будет только как бы такой, не знаю какой щиток, стеклянный, не стеклянный, я все это не выбираю. То есть вот здесь сделали для светодиодки, для видеонаблюдения, где будет висеть просто вот этот мониторчик. Все остальные провода будут уже прятаться в стене. Ну то есть все грамотно. Тут я не знаю, что это. Для чего-то они тоже что-то разбивают, что-то там делают. Видите? Там вот они чертят огромные линии какие-то, как мишень. И на этом, ну, видно по чертежам. Стена здесь глубокая. Счетчик, то есть, абсолютно спокойно может войти там. Но не этот, будет другой. Все поменяют, вплоть до провода вот туда. Поменяют и провод там. Прямо в этом, до этого дойдут провода, до общего. То есть, там он тоже некачественный, на него сделают туда провод хороший,
чтобы оно не замыкало, не вырубалось, ничего. Вот это тоже новая розетка, я думаю, что она утопится, это все уберется. Вот пока вот эти розетки работают, вот это и это не рабочие, они подключены вот сюда, вот с новой проводки. Ну и все. Вот на кухне, конечно, я еще ничего не убирал. Вот тут тоже очень-очень пыльно у меня. Вот стоит пыль, я решил не убирать, кота не приношу абсолютно, то я днем приносил сюда кота, чтобы он мог как бы поесть, ходить в свой туалет. Но он уже нормально ходит в туалет у мамы. Вот мне нравится, как работают вот эти парни, просто шикарно. Вот уже можно, в принципе, я вчера с Серегой разговаривал, он сказал, что по идее должны сегодня прийти делать, зашивать перегородку эту полностью, можно уже использовать эту минеральную вату, закрывать все это внутри, зашивать, укреплять. Вот. И можно делать, покрывать, он сказал, нет, цена не надо, потому что еще понедельник и среду будут работать электрики. Тут можно уже выстраивать. Значит, можно уже заложить вот там кирпичом, раствором, вот это все промыть от пыли за... мазать или запенить для звукоизоляции, что там лучше они решат. Вот, убрать вот это. Вот, потом подровнять это. И здесь, вот на этом уровне, выстроить уже перегородку и сделать уже из гипсокартона полностью конструкцию. Вот, а потом к этой конструкции уже решать, как тут равнять стену дальше. Или приложить ли из гипсокартона, но это, естественно, заровняется. Или просто шпаклевать будет, вот это дозбить надо, вот этот горб небольшой. Может, кому-то кажется, что как-то ремонт медленно где-то, ну, только всего лишь неделя. Это не косметический ремонт. Поэтому всего лишь неделя. И что я хотел сказать еще. Что для меня лучше, знаете, пусть это будет не трэшевый ремонт, как люди ждали, что ж там получится в кухне, что ж там... поднимется кафель, а че будет тот кафель на ДСП держаться, че не, а потом оказалось, что не, потом ламинат, потом писали, сидя в душе чистое, я спрашивал, там всем смешно и весело, но по итогу не весело мне. Поэтому лучше пусть будет не весело, но будет сделано хорошо. Я за это, потому что я не могу каждый полгода или каждый год делать ремонт. Я уже сделаю раз и основательно. И даже если я там в будущем решу и куда-то уезжать, переезжать, так будет не стыдно продавать эту квартиру, и люди купят квартиру в нормальном качестве. Поэтому не стыдно будет продавать. Вот и для себя мне хочется, знаете, просто, чтобы я довел квартиру до ума, потому что уже лет 6 или 7 я ее назад купил. Вот, и мне бы хотелось, чтобы она была сделана и была хорошо сделана. Такие вот изменения, небольшие изменения в квартире. Мне очень нравится, как проводку делают вообще, идеально. И, причем они с юмором, эти вот мужчины, они такие скромные, стеснительные трошки. Конечно, можно раскочегарить, знаете, на юмор какой-то и снимать видео эти, но я не хочу мешаться, не хочу, хоть люди работают, и не хочу устраивать цирк из ремонта. Я хочу, чтобы сделали хорошо ремонт. Что, в принципе, пока меня устраивает. Вот это вот уберется, зашьется, и уже будет немножко другой вид. Потолок будет, я так понимаю, новый, естественно, не вот этот, который висит сейчас в виде тряпки на этом. Ну, осталось заказать двери. Батарея сегодня уже есть. Ее может там, в принципе, прийти мастер сделать, повесить ее, ну, прикрутить, а потом, когда будешь поклевать, она просто откручивается, снимается с этой штуки, выносится на балкон, потом это все шпаклюется, и она потом опять аккуратно вешается и просто прикручивается. Вот такой вот, ребята, ремонт. Это потом, естественно, я все выпыли сошу, или как сказать, высосу всю оттуда пыль. Вот, естественно, будет еще подложка, ламинат сверху. Вот я думал насчет того, стоит ли заморачиваться
пылесосить вот эти вот места, знаете, вот стоит ли вытирать вот это или не стоит, когда будет зашиваться, тут будет вата, будет зашиваться двухслойным гипсокартоном с каждой стороны, стоит ли заморачиваться, что там остается пыль? Я думаю, что нет, все будет зашпаклевано сверху, закрашено, зашито. Есть ли смысл думать о том, что там пыль или нету? Вот убирать вот это или не убирать? Я думаю, что смысла нет вот это убирать. Очень жду того момента, когда, знаете, я так возьму картинку, которую мне рисовал дизайнер, да, вот так буду ее снимать, потом ее так уберу, хоба, и будет копия, как бы продолжение этой картинки, то есть то, что будет в реале. Вот еще надо с Серегой выбрать двери, надо снимать дверь в ванной, вставлять дверь надо, ну это я не знаю как. Сперва просто лутку вставлять, наверное, потом дверь только вешать на петли. Вот, надо поехать выбрать, потом надо мебель определиться, из чего будут делать, поехать мне. Выбрать дверь сюда и выбрать дверь вот сюда. Я так понимаю, что надо как-то в лутки ставить, что там. Плинтуса еще надо, ламинат надо, натяжной потолок. Ну там оно все быстрее пойдет. Вот только электрики закончат, и там уже могут люди приниматься за шпаклевку. И уже потом будет быстрее дело, и уже пойдет чистовая работа, уже не будет этой грязи. Уже можно вымывать, там остается только, ну, еще шпаклевка. Там будет шкуриться, естественно, оно все будет уже лететь. Ну, потом уже будет покраска, потолок, ламинат, мебель, заказываться диван, там какие-то детали интерьера, скажем так. Знаете, мне так кажется, боже, неужели это сделается, неужели вот эта грязь, она уйдет, а оно придет в норму, придет в красивый результат. Это я жду этого, не знаю, как оно получится. Фу. Неужели буду жить в чистоте, не буду жить в хламе, не буду жить... Пусть маленькая, там говорят, квартира, пусть какая угодно, но зато своя, зато чистая, отремонтированная. И коту будет хорошо в чистоте, я буду мыть тщательно, потому что... Кстати, насчет кота у меня есть... информация, ну я, наверное, не буду даже об этой информации распространяться. Мне просто ответил врач-диетолог, который вот я говорил, что ему писал, что у него кота лейкоз, все вырезал. То, что касается кота, сказал информацию, наговорил очень много всего. Вот, ну не хочу распространяться, не хочу, чтобы люди чесали языками, обсмеивали то, что я говорю. Ну я буду переходить на другой корм для кота. Я надеюсь, что после этого корма кот будет здоров. Очень надеюсь. Животным, одно что скажу, животным нужна полноценная, термически необработанная, сыроедческая, богатая волокна еда. Вот. Так что немножко поменяется питание Томаса. Постепенно или резко, не знаю, наверное, постепенно буду менять. Ой, надеюсь, что кот будет здоров после этого. Все, ребятки, я вас обнимаю. Хорошего вам дня, настроения. Я только проснулся, если честно.